В эфире информационный канал «Город». Мы продолжаем. 9 мая в Зуевском районе полностью сгорел жилой дом. Когда дым рассеялся, на пепелище был обнаружен труп мужчины. Следователи заподозрили, что его смерть носит криминальный характер. Уголовное дело по статье убийства возбудили в отношении 62-летней женщины. Подробности в рубрике «Место происшествия». Материал имеет возрастное ограничение 12+. Пожар в селе Мухино тушили, что называется, всем миром. Главное, чтобы огонь не перекинулся на соседние здания. В итоге пожар удалось ликвидировать. В обгоревшем доме сотрудники МЧС нашли труп 60-летнего хозяина дома. Вечером 8 мая в селе Мухино между сожителями на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений произошла ссора. Подозреваемая в ходе конфликта взяла канистру с бензином, облила им некоторые вещи, находящиеся в доме, и бросила зажженную спичку, после чего с места происшествия скрылась. Известно, что вероятная поджигательница уже задержана и дает признательные показания. Если ее вина будет доказана, женщине за убийство будет грозить до 15 лет тюрьмы. На улице Упита на стоянке вспыхнул «Мерседес». Как выяснилось, 10-летнюю иномарку подожгли. Выгорел салон, моторный отсек и краска на кузове. На месте ЧП была обнаружена крышка от канистры, из которой, возможно, облили «Мерседес» бензином. На улице Карла Маркса автомобилисты наблюдали за пешеходом-танцором. Вот дебила. Очевидцы были в шоке, ведь мужчина устроил танцы прямо в центре города.